Хей, сам чуваки, у микрофона, как всегда, стриж. В этом видосе будет РП ситуация с проведением трафик стопа, а также немного смешных ситуаций и перестрелок. Играй вместе со мной на проекте Majestic RP, вводи мой промокод при регистрации своего аккаунта и получай приятные бонусы к игре. Промокод на экране и в описании. Приятного просмотра. Водитель, давайте к обочине. Вернитесь в автомобиль, пожалуйста. Я к вам подойду сейчас. Хорошо. Итак, добрый день. Я лейтенант округа департамента шерифа по Лето Бэй. Мое имя Стюарт Литл. Вы знаете, за что я вас остановил? Ну, видимо, выехал я неправильно. Ну да, вы слишком как-то неаккуратно выехали. У вас вообще с автомобилем все хорошо? Ну, я сейчас дальнобойщиком работаю, он немножко побился. Угу. Просто вот это ваше вождение, оно могло было, ну, могло привести к аварии, учитывая, что здесь недавно проезжала фура, и вы могли врезаться с ней, столкнуться, так сказать. Я понимаю. Можно ваши документы, пожалуйста? Так... Так, вас зовут тот фараон, да? Верно? Все верно. Верно. Хорошо, вам 35 лет. Угу. Так, хорошо. Так, хорошо. Вот, побудь немножко тут, я сейчас вернусь. Без проблем. Так, ну у вас все хорошо. Я, наверное, на первый раз сделаю вам предупреждение, просто не буду вас штрафовать, скорее всего. Просто скажу, чтобы вы больше так не делали. Ну, будете поосторожнее, надеюсь, в следующий раз. Ну да, постараюсь. Она очень шустрая машина, я впервые на такой езжу. Шустрая. Понимаю. Ну, если будет возможность, проверьте ее на всякий случай в СТО. Мало ли что там. Где проверить еще раз? Ну, в СТО, заедьте там, техосмотр, не знаю, что-нибудь. Мало ли что с ней понял. Так. Угу. Все, всего доброго, не смею больше задерживать. Спасибо, офицер, всего доброго. А вы переговорщик были или что? Ну да. Они потребовали, да, переговорщик? Да, они потребовали переговорщика, и их требования 30 тысяч долларов и сайгу без патронов. Ладно, в принципе, вашего не жалко. Вы видели заложника вообще? Да, заложника я видел, он живой. Это у нас всего? Помощник. Это что? Я был... Это вот шериф. Да, 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 это сказать. Не по вам, да, да. Смеряйте, сэр, смеряйте, сэр. Да, говори. Стримснайпер подъехал просто, ну что-то начал. А, все, блядь, да, я понял, бар. Так, я сейчас тогда, смотрите, я сейчас условия вы выдвинули, да? Да, да. Сумки находятся в машине. Сумка в машине. Да, хорошо, тогда давайте, открывайте багажник и отходите, чтобы никаких проблем не было. Нет, заложник? Нет, послушайте. Заложник, блядь, у нас там стоит, блядь! Так, если вы будем, и мы уезжаем. А у нас еще и другие условия, смотрите. Мы. Слушай. Забираем деньги. Так. Забираем от другой принять сайгу. Потому что там стрёмный человек, там вот ходит очень, вон за деревом. Стоит сайгу. Вот это как-то очень странно, когда мы искали одного человека привести. А теперь послушай меня, слышь ты, черти вот. Не понял, ручку подними за голову. Я не понял, кстати, вы. Кстати, вас что-то. Пацаны, вы мутите, смотрите тему, да? Вы находитесь, вы не показали мне. Мы показали! Показать заложник. Показать заложник. Мы заложнику показывали переговорщику. Заложника показывают. Он ответил, что он целостный, он сохранности более-менее. Да, не радостнее, чем ему тут условия, но он целостный, сохранности, можем ему показать. Но вот то, что вот этот человек за деревом, там люди, это как-то очень странно, нет? Это в смысле люди за деревом?
Мы предлагаем так. Забираем выкуп. Вы хотите, чтобы наши люди снялись полностью, да? Мы забираем выкуп, да, и мы его скидываем по пути. У нас машина, мы его скидываем. Отдаем раз. Тогда он умрет. Мы не можем знать. Смотрите, мы сейчас вам объясним. А еще вон бегает, смотри. Мы не можем, ну правильно, люди должны вдруг Залож. Да что мы вдруг? Продолжаем тогда. Смотри, мы сейчас заложник. Тут люди ваши есть, я уже пересчитал, да. В кустах пару людей ваших стоит. Смотри, мы тогда откроем багажник. Мы тебе ничего не забираем, спокойно в него залазишь. Потому что у нас нет мест. Мы выезжаем, даете нам коридор. Мы вместе все выезжаем пятером. Счастливо. Заложник остается здесь. Потом мы определенный коридор проезжаем, тебя скидываем и уезжаем. А, все, понял. Тогда я просто сажусь в багажник, да? Да, там еще и все. Да, агент черной маски, открывайте. Давайте я вам тогда, да. На прицеле, держите его на прицеле. Держите его на прицеле. Открой машинку. Да, садись. Все? Да, багажник. Красавцы, сука, мне понравилось. Отлично. Я даже ничего не успел заметить на самом деле. Ну вы прям быстро работаете. Как умеем, так работаем. Вот. Оф. Хорошо, у вас люди тренируют. Не, ну это я точно должен видос ставить. Но это было красиво сработано. Вы только посмотрите, они просто с разных сторон налетали. Вот это реально командная игра. Нам бы так реально, вот серьезно. Просто серия отлично, мне нравится. Но я просто реально похлопаю. И после этой ситуации со спасением заложника мне дали выговор за то, что я не отчитался за сайгу, которую я взял для выкупа нашего помощника шерифа. Обращаюсь ко всем сотрудникам БВР и старшим по званию. Прежде чем выдавать выговоры, разберитесь в ситуации. Я к вам ко всем подходил и просил о помощи для спасения. В ответ вы молчали и стояли друг другу дрочили на парковке возле офиса департамента шерифа. Задумайтесь. Сейчас это оформим. Здорово, из машины вытаскивайте, ведите допрос. Это который. Я шкаф, меня никто с машины не вытащит. Я тебе поебалу дам, блядь, будешь нахуй шкафом, понял? Какой ты шкаф? Табуреточку стоишь там. Хули ты ржешь, тебе смешно, блядь. Меня с машины не вытащит, я шкаф. Я ауе. Ауе. Ты родился на хуе. Так. Я уже лоб вернулся, по кайфу. Мария, шкаф, я даже не залазил. Блядь, встань нормально, блядь. Смотри, я шкаф, я даже не пролезаю в дверь, я же говорю, я шкаф. А то тебе сейчас, блядь, такую пещеру рад проделаю, блядь, нахуй. Потом хуй зашьёшь, понял, блядь? Ой, обезьяны ебучие, нахуй. А кто стреляет? Я в наручниках, да можете меня освободить, ты, пожалуйста? Заткни рот, свой обезьяны ебучие. Сам заговорил, заткни, блядь, чертила, блядь, конченая, сука. Смотри на себя, обезьяна ебаная. Шакал ебаный, сука. Я в наручниках, можете меня развязать? Пасть закрой. Сам закрой нахуй. Ебак. Да. Джек, что, посадили их? Ну, он давай, меня хочет. Он говорит, я тебя похищу. Я говорю, похищу. Сука. Он людоед, ёпта. Он меня хочет съесть, блядь. А не знаешь, где Марк? Марк? На втором этаже. Где на втором этаже? Ой, я забыл кого. Я к нему. Что было свидетелем по МГНТ? Вот вся информация у вас, понимаете, да? Ой-ой-ой, трай, какой опасный. Талер. Да. Вот с этим помощью спрятать.
нет, конечно.